звати Юлія. Я приїхала з Черкаської області, з міста Сміла. Життя наше було спокійне, так, дітки, робота. Приїхали ми у березні до Праги. Ми одразу приїхали до Праги, дорога була важкою. І перший місяць був дуже важким морально. Тобто ми приїхали, ми якби відволіклися від війни, так, ми себе забрали від війни у безпечне місце, але ментально ми були там з українцями. І перші місяці, мабуть, до літа не могли знайти себе. Не могли, тобто ці переживання і ну, стреси, і закінчення війни очікувалось, от-от закінчиться, от-от ще місяць-два закінчиться. І ми так дочекалися до кінця літа. На жаль, нічого не закінчилося, от тільки восени почали брати себе до рук. Почали брати себе в руки і щось робити, щось придумувати. І так, зараз потрібно строїти своє життя заново. Тобто тільки зараз знайшлися сили, через 8-9 місяців знайшлися сили і бажання щось далі будувати своє життя. Кардинально все змінилося, звісно. Розумію, що українці дуже сильні, дуже класні, дуже такі талановиті люди. Гордість бере за свій народ. Я сподіваюся, що все буде добре, що все зміниться на краще, не тільки закінчення війни, у нас багато інших завдань, так, із там, владою, із всіми структурами, аби все це вийшло на потрібний рівень. Тут дуже розширився погляд. Ми коли зараз тільки, так, після півроку життя у Празі, зараз дуже розширились погляди, бачаться можливості, дуже широко зараз можу подивитися на все. Раніше цього, звісно, не було. Тобто я зараз бачу, що є чому нам повчитися у європейців, але і європейцям є чому повчитися в українців. Меня зовут Лилия, мне 38 лет, я сюда приехала с детками. Старшей дочери 13, младшей 6. Очень было сложно решиться. Чехия очень хорошо нас приняла. Изначально нам помог Красный Крест, где поселил в отеле. Мы прожили неделю. А после я обратилась в службу помощь по нужде человека, которые нам помогли и предложили жить в чешской семье. Изначально сразу же, вот так чудом, когда я детей устраивала в школу, в сад, мне предложили работу в детском садике. И несмотря, что у меня образование медсестры, я пошла работать в детский сад. До часу дня я работала как нянечка, а с часу я как помощник воспитателя. Так и проработала 4 месяца. После в детской амбулатории проектировали проект для украинских детей, и меня туда пригласили работать. На данный момент, так как у меня нет иностранификации диплома, я работаю как административный работник. Но уже подала я документы на иностранификацию диплома и думаю, что в скором будущем, соответственно, буду работать как медицинская сестра. Так вот кардинально изменилось, где в Украине я работала, подводный гидромассаж делала. Нет, сейчас наоборот, намного легче стало, потому что ты более стал заниматься, как вам сказать, любимой работой, потому что полы мыть – это не для меня, но была такая ситуация, где нужно было. Единственное, хотелось бы, конечно, снять квартиру, вот, но не позволяет зарплата. Ну, а так все, в принципе, хорошо. Конечно, традиции другие, нужно привыкнуть. Язык детям хорошо, легко дался. Мне сложновато. Понимаю я достаточно хорошо чешских людей, но не могу сама, наверное, преодолеть вот этот барьер для того, чтобы начать говорить. Но потихоньку я справляюсь. Сложновато. Ну, все впереди. Мене звуть Галина Ляшенка, я з Харкова. Приїхала в Прагу в середині березня. Спочатку було, звісно, дуже важко. Було багато оформлених документів. Намагалися виживати, спілкуватися. Намагалися знову жити, а не виживати. Але
Десь ближче до літа стало легше. Стало легше, всі почали посміхатися, почали шукати роботу, вже освоїлися, перезнайомилися, з'явилися нові друзі, подружки. Зараз у нас з'явився новий клуб, де ми спілкуємось. Це теж дуже допомагає. Ну і звісно те, що ми дивимося вперед. Ми дивимося вперед, ми намагаємося щось робити, не зневірюватись в цій ситуації, ну і жити далі, звичайно, жити далі. Меня зовут Эльвира, я приехала з Харкова. Приехала с Харькова в Чехию в апреле месяце. И только, наверное, к июню, в конце июня мы перебрались в Прагу, потому что поиски жилья были для нас очень тяжелой, болезненной темой. Жизнь поменялась кардинально. Вот нереально просто. Кардинально, потому что раньше я жила в Харькове, у меня было в моей жизни все, что мне было необходимо. Работа, близкие люди, все меня устраивало, и я помню, как зарекалась, что я никогда в жизни отсюда не уеду, потому что меня все устраивало. Сейчас так вот сложилась ситуация, что поменялась кардинально вся моя жизнь, мне приходится начинать все заново, это тяжело, но, с другой стороны, даже очень интересно, потому что, когда уже перебрались сюда, в Прагу в конце июня я первый месяц, наверное, ушла просто на адаптацию, как принять этот факт, как принять себя, как начать все заново, что делать. Была какая-то вот небольшая растерянность, но спустя месяц я уже начала развиваться, находить, чем себя занять. Появился определенный круг общения, разнообразные интересы. Сейчас разрабатываю планы, как себя развивать, преподносить свои навыки, перспективы, еще рабочие моменты. Вот. И жизнь поменялась кардинально, но при этом она не стала хуже или лучше, она просто кардинально другая. Вот. Сейчас занимаюсь собой, работаю над своим будущим, над своей карьерой, над своей семьей. Просто учусь жить заново и по-другому. Вот. Насчет вернуться в Харьков, ну, к сожалению, я не вижу перспективы там ближайшие пару лет, по крайней мере, в той сфере, где я работала ранее, это точно нет. И понимаю, что ближайшие пару лет я точно стою здесь. У меня интересны несколько направлений. Ранее я всю жизнь занимаюсь танцами, и сейчас планирую начать свои тренировки в своем стиле, со своим методом преподносения этого. Вот, это будет для женщин, для развития женственности, пластичности, сексуальности, вот что-то в этом формате. И я прорабатываю себе все определенные нюансы, которые нужны, чтобы стартануть. Вот. И параллельно я изучаю для себя IT-сферу, определенное направление, и хочу развиваться в этом. То есть совмещать свою аналитическую часть стороны и творческие порывы и начала, вот, чтобы скомпоновать это все.